Добро пожаловать на канал Hardress от Info. Передо мной находится устройство Amazon Fire 7. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс, как обойти пароль, если вы его забыли, сделать сброс настроек. Итак, для начала мы отключаем наш планшет. И после его полного отключения зажимаем клавишу питания и увеличение громкости или уменьшение. Короче, та, которая левее. И таким образом мы попадаем в меню Recovery. Здесь мы можем передвигаться при помощи кнопочек увеличения и уменьшения громкости, а делать выбор при помощи кнопочки питания. Нам нужно выбрать Vape Data Factory Reset. Выбираем и нажимаем «Да». Теперь нажимаем Reboot System Now и ждем, когда устройство включится. И теперь наше устройство перезапущено. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.